Привет, меня зовут Светлана. Я хочу сделать очередное видео на тему пси террора и ганстолкинга. На данный момент я нахожусь в городе Амман в Джордане, то есть Иордании, да? Здесь протекает также пси террор и программа МК-Ультра, которую в отношении меня уже производит в течение 2 лет в открытой фазе, то есть открытой фазе травли. Как здесь протекает? Здесь все так же протекает, в принципе, подо мной бегают уборщики. Каждый день я вижу по 5, 6, 10 уборщиков. Куда я не прихожу, начинается день рождения. Если это общественное место, кто-то начинает отмечать день рождения. То есть в течение 2 лет я каждый день вижу, как кто-то около меня празднует день рождения, куда бы я ни пришла. Какие еще моменты? Значит, в Иордании, то есть... Я уже посетила 10, наверное, стран или 6-7 стран за 2 года, и в каждой стране это все протекает. То есть данная группировка имеет международный характер и занимается харассментом. То есть у них, у этих стран были, имеется какое-то соглашение международное в силу того, что они действуют сообща. Значит, участвуют в этом, как уже все сказано, много как бы... Самый обычный стал, самые обычные рабочие, уборщики, продавцы и все остальные. Также поза мной начинают кашлять и носить костыли. То есть вот носить костыли, либо ходить инвалиды, намекая на то, что и прям уже даже не стесняются. Они мне говорят впрямую, подходят со мной знакомиться, и впрямую мне говорят, что у меня будет проблема с ногой, то есть что они мне сделают вред ногам. То есть, получается, я так понимаю, что последствия отравлений многочисленных, которые были произведены над моим организмом, и облучение СВЧ, которое было произведено, СВЧ, КВЧ, которое я испытывала, и я могу описать, что такое радиосон, которое включали мне в Москве и в других странах, да, это как последствия будет вред моим ногам. Они мне указывают, что будет проблема с ногой, левой ногой, хотя я прекрасно себя чувствую, и у меня, в принципе, нет никаких проблем, да, потом вообще с конечностями, так можно сказать. Они мне говорят, что у меня будет проблема с ногой, то есть они мне повредят ногу. Также они в своем сталкинге иногда употребляли, особенно в Москве, женщина говорит, да что с ней мелочиться, пускай ее пару раз машина переедет, поломает ей ногу. Чего вы ходите, типа, за ней мелочитесь, как бы, просто пускай переедет ей по ноге, как бы, ну, поломает ей ногу, чтобы она меньше что-то себе что-то возомнила. То есть помимо... Это просто проходящий сталкинг и такой уличный театр, который позволяли себе в Москве, да, такие угрозы уже непосредственно посредством уличного театра. Групповой сталкинг имеет международный характер, как я уже сказала. Куда я не прихожу, также они употребляют такие слова якоря. Ну, в принципе, все везде одно и то же. Вот, сейчас у них какая-то идет программа, они меня начали называть, то они называли меня собакой. Теперь они меня начали называть кисой, кошкой. И если раньше бегали кошки, то начали подкидывать... Ой, раньше бегали собаки, сейчас начали бегать кошки. То есть программа у них изменилась. Если раньше они программировали как там на какое-то там такое... Непонятно. Ну, то есть программа была другая. Сейчас они начали программировать меня на какую-то кошку. Или, если почитать МК-Ультра, это, по-моему, бета-программирование. То есть на секс-рабство такое. То есть если программа кошки, это секс-рабство. И поза мной ходят девочки, люди в леопардовых каких-то одеждах. Ну, если вы почитаете программу МК-Ультра, то есть как программирует на секс-рабство, и это бета, по-моему, программирование, то есть это вот как раз человек называет кошкой, идет ассоциация с кошкой, то есть это какое-то в сознании человека, то есть кошка это какое-то сексуальность. Ну, в общем, почитайте, там очень все это хорошо описывается. Вот, также поза мной ходят постоянно люди, которые курят. Ну, как, подходит девочка, с которой я прилетела, она тоже в этом участвует. То есть мы сняли квартиру, она ложится прям, ну, я мало ее знаю, просто вот решили так, я решила с ней вот снять квартиру, чтобы меньше платить денег. Она ложится там спать и пригибает одну ногу левую, там вот эти вот невербальные у них знаки, и кашляет, постоянно кашель. Кашель у них постоянный, и
То же самое происходит, то есть подходит человек со мной, начинает знакомиться, и он начинает вести себя, как будто бы он аватар другого человека. Он начинает говорить вещи и намекать мне, то, что перед ним, передо мной стоит не тот человек, которого я абсолютно не знаю, а тот, которого человека я знаю, и он типа в другом теле. Вот такой газлайтинг, такой своеобразный газлайтинг. Одного из них, иорданца, мне пришлось... Не то, что пришлось, я пошла с ним на дискотеку. Он напился изрядно, и я начала спрашивать, говорю, ну что тебе нужно от меня? Уже так напрямую. Она сказала, да ничего, собственно, я просто хотим тебя сделать сумасшедшей, свести себя с ума. Ну, в принципе, поэтому, собственно, и употребляется этот газлайтинг, эти приемы газлайтинга употребляются так, чтобы... Ну, и методика вот этих штази, которая применяется в отношении меня, порчи вещей, вся эта вот техника, то есть, чтобы свести с ума. Общаюсь я с многими потерпевшими, в основном все потерпевшие мне пишут, и сразу говорю, я не общаюсь без видео. Если вы не сделали видео в интернете, я не общаюсь, потому что у меня был опыт, когда со мной связывались сталкеры и представлялись потерпевшими, и в результате как бы тратили мое время и начинали заниматься также травлей и нести чушь. Поэтому для меня нужно доказательство, что вы и я реально являетесь потерпевшей, поэтому я общаюсь только с теми потерпевшими, которые представили в интернете, в Яндексе, да, ну там, в Ютубе, то есть выложили там свою видеоисторию. Тогда у меня есть подтверждение, что вы реально столкнулись с той же проблемой, что и я, и... После этого я смогу с вами общаться. Без видеоистории я не буду с вами общаться, потому что у меня был опыт, что сталкеры как бы пользуются этим моментом, начинают тратить мое время и портить мне нервы. Это один момент. Также все потерпевшие, которые даже есть видео, пожалуйста, вы мне не надо, мне звоните, плакаться там. Вот у меня такая история, и другое, то все, и вы, Светлана, счастливая, вам повезло, вам как бы над вами не так издеваются. Поверьте, мне досталось немало, как бы, и я не собираюсь с вами там кичиться или мериться, кому больше досталось. Если вы потерпевшие, то пишите мне или звоните только по фактам, решение проблемы. Если у вас идеи какие-то, если вы хотите объединиться, чтобы решить эту проблему, мне плакаться не надо, вы как бы у меня сама, я могу вам расплакаться и рассказывать каждый день, что творится в моей жизни, да? Вот, там, описывать пси-террор свой, ну, рассказали историю, я послушала, да, чтобы понимать, потому что плюс-минус программа у всех одинакова, но, как бы, все равно есть какие-то тонкости, да, вот, и видео истории я посмотрела, послушала, вы со мной связались, и я хотела бы с вами общаться только на тему, как решить эту проблему. А сопли, плакание, мне абсолютно не нужны ваши эмоции, потому что как бы я переживаю не меньше, чем вы, и как бы я пытаюсь держать себя в руках, и больше всего того скажу, что пси-террор – это, получается, вторжение в вашу психику, и главная задача – сделать вас сумасшедшим, испортить вам нервную систему. Поэтому вы должны это прекрасно понимать, что чем больше вы будете впадать в депрессию и плохие эмоции, то тем больше как бы, у вас, у них будет получаться на вас воздействовать. Поэтому вам нужно, несмотря на все их издевательства, сохранять спокойствие, и не впадать в депрессию, потому что, я так скажу, я наблюдаю такой момент, что когда все-таки у них получается задеть меня, да, я человек, тоже живой, да, и эти издевательства не проходят бесследно. А у них получается сразу, как бы, чем более, когда у вас негативный настрой и негативы, в общем, зачем вообще им нужно погружать вас в это негативное состояние? Если вы почитаете вообще, я там выставляла себя в Одноклассниках элементы зомбирования, то есть им нужно сломать вас, и потом уже, когда вы сломались, они начинают лепить новую личность. Это как бы тактика зомбирования, которую вы можете прочитать в интернете. И, в принципе, много книг написано на тему зомбирования, как зомбирует человека, как ломает ему психику, и потом начинает лепить нового человека. То есть в этом случае они будут лепить там в зависимости, что им нужно, да, марионетку, там, секс-рабыню или кого-то там, что им нужно, что им вздумается, они бандиты. Да, также я не побоюсь сказать, что данная группировка имеет они финансируются государством, либо это мафия при государстве, потому что, обращаясь в правоохранительные органы, вы не
получите ни защиты, и больше того, вас попытаются упечь в психушку. Вот, будет сомневаться ваша вменяемость. Хотя я не понимаю, что здесь такого, что почему, какое сомнение может быть, если человек подвергается преследованию и вторжению в частную жизнь. Но там статей очень много, в принципе, да, если, как я говорю, пишу, когда в Америке человек входит на частную собственность, то хозяин этой частной собственности может взять ружье и пристрелить незваного гостя. Но что делать с теми людьми, которые входят не просто в частную собственность, а начинают нелегально вторгаться в ваш мозг и, значит, начинают делать манипуляции с вашим мозгом, то есть с вашим здоровьем, то я думаю, что тут не только пристрелить можно, тут, ну, как бы, смертная казнь. Если за гитлеровские эксперименты подобные, да, как бы, людей вешали и убивали, в принципе, за их халатность и за данный вид преступления, это Холокост и античеловеческое преступление. Поэтому, в принципе, смерть для них это даже, как сказать, ну, это даже, наверное, очень по лайту, потому что после, ну, убили человека и все, но они же не испытали те пытки и ад, которые там, они издеваются людьми годами, десятками, 10 лет, 2 года, вот у меня уже 2,5 года, да, ежедневные пытки, то есть, вот, поэтому там смерть, просто это даже очень мало, наверное, для таких людей, ну, это по мне так. Что еще рассказать мне вам? У меня протекает также пси-террор, то есть это биохакинг, подсоединение к моему биополю, как они это делают, либо посредством новейшего оружия физического, нелетательного, да? Либо это так называемый биохакинг, вредят они мне левую ногу и показывают знак, закрывают левый глаз, то есть типа указывая на то, что у меня в глазу видеокамера, и они смотрят через глаз, да. Вот, если посмотрите многочисленных звезд и вообще, в принципе, звезд шоу-бизнеса, то вы посмотрите, какая у них степень зомбирования, либо то, что они участвовали в этом зомбировании. Но мне до сих пор непонятно. Либо эти звезды – это результат зомбирования, и у них всего того, что они там их убивали и мучили, и делали тяжкую жизнь, да, они у них там открылась способность петь и так далее, либо, ну, то есть их запрограммировали на это, да. Вот, ну, если посмотрите, особенно голливудских звезд, у них у всех идет зомби-программа, они все показывают знак вот этот вот, там, молчи. Либо люди это уже делают неосознанно, они даже не понимают, что они делают. Но я сомневаюсь, что голливудские звезды не понимают, что это за знак, да? А, вот, что еще можно рассказать? А, ну, всем потерпевшим, как я уже много раз говорила, помогает неодиновый магнит. Когда у вас головные боли, неодиновый магнит действительно помогает. Попытайтесь чистить организм. Вот, информации на данную тему очень много, и способов, как бы, защищаться уже тоже, как бы, на данный момент очень много. Если там 2,5 года назад, когда началась атака в Америке надо мной, про данные терроры и вообще про преступления данного вида было в интернете очень мало, сейчас люди начали делать видео и говорить об этом. Даже Андрей Шутов, он сделал очень колоссально много информации, то есть он поднимает эту проблему. Другой вопрос, насколько это информативная информация, да, насколько она, как бы, просто, как бы, информации много, и в силу того, что пси-террор — это информационная война, и вас хотят запудрить мозги и запутать эти тролли и все эти преступники. Вот, но по большей степени это получается то, что я поняла, что у них вся эта технология, вся группировка, мафия — это своеобразное братство, это группа, которая объединена общими целями, и они идут туда кто зачем. Кто-то понимает, что он не один, что он делает, кто-то верит в благое дело, и кто-то хочет стать часть семьи и так далее. То есть у всех, кто участвует в данной теме, в данном зомбировании и в данном видом преступления, они завербованы, и они имеют свои интересы в этом всем.
Вот. Также они вокруг меня постоянно водят детей. Вчера я была просто в шоке в Иордании, в торговом центре. Вот сейчас сижу в Старбаксе. И здесь идет вот, ну, торговый центр. И мама, я покупала билеты, и иорданка, явно участвующая в сталкинге, она 2 часа водила ребенка, ну, наверное, годовалого, вот, чтобы этот ребенок просто плакал в такие слезы, слезы градом, он орал на весь, как бы, она просто ходила на него, не обращала внимания, ну, то есть делала специально крики детские, ну, плача, то есть 2 часа где-то он, этот ребенок плакал, и она просто ходила как робот какой-то, не обращая на него внимания, то есть это говорит о том, что родители привлекают своих детей, и даже в сталкинге, и они даже не боятся заставить ребенка специально плакать и издеваются над ребенком, чтобы человек, то есть, ну, чтобы ребенок этот заплакал. Ну, судя по этой мамаше из Иордании. Если что, могу показать видео. Видео у меня подтверждение есть. Вот. Ну, что еще рассказать? Ну, в принципе, ну, все хочу сделать, начать вести видеоблог про технику, то есть описывать саму программу, как они воздействуют. То есть раньше я пыталась, это уже не первый раз идея, описывать программу зомбирования. То есть в Москве, когда я еще, наверное, полгода или 7-8 месяцев назад пыталась сделать, описывать программу зомбирования, то там интенсивность воздействия на меня, шумовых атак и газлайтинга и всего. Вот он, ребенок пришел с плачем, опять программа продолжается. А вот, значит, у них интенсивность была воздействия каждые 5-10 минут они воздействовали, то есть посредством зрелия, звуков, плача детей и всего-всего. То есть они делают жизнь человека невыносимой, чтобы человек сломался. Вот, и потом уже человека уже пускать в своих целях. Вот, и, пожалуйста. Вот мама, которая издевается над ребенком. Вчера она, другая мама была с ребенком, и ребенок плакал 2 часа. Она не обращалась специально на него, провоцировала детский плач. Сейчас они не хотят, чтобы я делала видео. А что еще рассказать? Значит, работу они делают невыносимой. Сразу на работе они делают мобинг. Вот, у кого-то день рождения. И так далее, да. Вот, что еще рассказать? Вот встают прям сразу, встают прям над душой, чтобы я не делала видео. Мешают мне таким образом. Вот, поэтому все потерпевшие, пожалуйста, вы делаете видео своей истории, там, это ваше право, можете показывать лицо, не показывать лицо, но вы рассказываете. Оставляйте свои данные, телефоны, контакты, рассказывайте свою историю. После этого я с вами свяжусь, и уже в будущем, как 2 года находясь под психотеррором и зомбированием, я могу с вами чем-то поделиться, рассказать, как защититься от того или чего-то. Если у вас имеется там тело, вибрации, если вы ощущаете вибрации в своем теле, от воздействия от этих генераторов, я могу вам посоветовать, как от них избавиться. И многие другие советы, те, которые как бы я уже приобрела и поняла за 2 года воздействия и пси-террора. Вот, ну, в принципе, все, что я могу на данный момент сказать. Сделать такой короткий видеоотчет. Вот. Могу сказать одно, держитесь, потому что пси-террор – это издевательство над психикой. Они хотят вас поломаться. А вот он красавчик. Он поза мной здесь 6 раз прошел. И они проходят поза мною вот каждый раз. Куда я не прихожу постоянно, в любой торговый центр. Уборщики поза мной ходят. Детей таскают. И все. Вот каждый день одна и тот же сценарий. То есть у них там прописан сценарий. Они не стесняются. И каждый день одни и те же персонажи поза мной ходят. То есть в Дубае там еще включали. А, кстати, вот очень интересный момент. Я не знаю, может быть, это покажется бредовым, но как бы я хочу все-таки об этом рассказать. В общем, когда у меня начался сталкинг в Америке, в Майами, они делали вертолетное шоу, и там они указывали
возраст или что-то, 65 лет, либо 75 лет, и постоянно вертолет летал с надписью цифра 75-65. Вот, после этого как бы началось, значит, через месяц этого сталкинга, или 1-2 недели, в России повысили пенсионный возраст. Так, потом в Дубае сейчас поза мною был сталкинг в виде велосипедов, то есть они постоянно ездили вокруг меня, картина одна и та же, вот просто ездят на велосипеде поза мной люди, я выхожу из, там, из квартиры, и они там 10, 20, 30, 40 человек ездят поза мною на велосипедах. И потом я читаю, там в Москве ввели налог на велосипеды. Не знаю, то есть это часть газлайтинга, и чтобы меня запутать, но вот какое-то, как ни странно, есть какие-то очень такие интересные совпадения, и эти совпадения, я не знаю, как это можно объяснить, то есть либо это уйдет газлайтинг и моббинг посредством СМИ и тех людей, которые в Яндексе выставляют СМИ, и люди, которые знают, да, эта группировка знает, куда я захожу, какие соцсети, и они начинают выставлять данную информацию. Ну, то есть это как часть программы. Либо это имеет реально, мой моббинг и газлайтинг имеет какой-то реально политический характер. Как-то это взаимосвязано, потому что очень много политических событий связано с моей жизнью. Ну, в плане того, что если я приезжаю в какую-то страну, то я знаю, что в этой стране что-то произойдет. Сейчас в новостной ленте замигает эта страна, что-то будет происходить, какие-то ЧП, либо какие-то новшества в законодательстве. Вот. Ну, вот такой вот момент хотела бы тоже рассказать. Рассказать на самом деле очень много чего интересного. То есть, ну, в принципе, если почитаете книжку «Демоны среди людей», либо как-то она написана, ну, то есть описывает сам стратегию и тактику работы людей, которые находятся в братстве, я не знаю, это иллюминаты, либо там масоны, либо там череп и кость, ну, в общем, их братство, да, этих людей, которые занимаются групповым издевательством и зомбированием. Вот, ну, в принципе, на этом я все сделаю видео. Пишите, не стесняйтесь, только после того, как вы как бы сделали видео, тогда я буду с вами общаться, потому что много троллей хотят тратить мое время просто так. Всего доброго, держитесь.